Спонсор этого выпуска – YouTube-канал Алекс Краскай. Прохождение различных игр, стримы, летсплеи и многое другое. Тут вам и GTA 5, и Days, и FIFA, в общем, все ваши любимые игры. Подписывайтесь на канал Алекс Краскай, ссылка в описании под видео. О боже! Это просто сон! Это просто кошмарный сон! О чёрт, что это? Что это, блин, такое? Это невероятно! Оно вылезло из шкафа! И прыгает так высоко! Ты сучка! Вот так, ублюдок! Будешь знать, как пугать меня! Мини-лед! Хочешь увидеть мою суперсилу? У тебя ее нет! Я могу свернуть тебе шею силой мысли! Три! Два! Ой, да ладно! Один! Да ты мухлюешь! Нет! Твоя шея сломана, ублюдок! Черт, Луи! Луи, Луи, Луи! Я знаю, что ты рядом! Луи! Нет, Луи, отвали! Я теперь невидимый и неудержимый! Нет! Попробуй достань меня! Ты не сможешь меня увидеть! Итак, Венас, я получил суперсилу! И что это за сила? Я могу убить тебя силой мысли! Три! Два! Один! Умри! Нет! Я обосрался! О боже, я обосрался! Взрывная диарея! Погоди, погоди, Делириус! У меня есть идея! А, это офигенная идея, да! Так себе идея-то! Свали оттуда, Делириус! Ну ладно! Ага! Теперь это моя тачка! Подходите, подходите, это замечательный фонтан. Из него можно пить. Ты уверен? Да, да, тут все в порядке. Пейте из моего фонтанчика. Это вкусненько. Пейте из моего фонтанчика. Не пей это, Луи. Не пей это. Что это за хрень? Подойди и попей, Венас. Почему эта струя какая-то красноватая? Да не, с ней все в порядке. А по-моему нет. Ты бы обратился к врачу, чувак. Иди сюда, мент. Давай, я тебе приписюлю. Давай, я знаю, что ты этого хочешь. Иди сюда, сучка. Не садись в тачку. Ты подошел слишком близко, сучонок. Я тебя предупреждал. Блин, он говорит, как сладенький мальчик. Мне хана! Мне хана! Чувак, он говорил каким-то женским голосом. Но сегодня я точно кому-то надеру задницу. Вот только кулаки разомну. Ты готов? Чё, серьезно, ублюдок? Повернись ко мне, что ли? Я разминаю кулаки. Мне тоже надо размять кулаки. Давай, мудила, ты хочешь драки? Ты хочешь драки? Так ты ее получишь. Давай, только тронь меня. Давай, смахнемся. Ты первый. Нет, ты первый. Давай, давай. Или ты зассал? О мой бог. Да, мы лучшая группа во всем мире. Вы готовы к рок-н-роллу? Да, да. Давайте зажгем. Ладно, раз, два, три. Это какое-то дерьмо. Это какое-то дерьмо. Чувак, это модная штука, называется дабстеп. О, нет! Это вы налажали, ублюдки! О, ты еще жив! Наша группа официально... Как его там?
распалась. Зацените эти движения. Вот так, да. Он как брейк-дансер, зацените. Да, это лучший танцор из всех, что я видел. Чуваки, это круто. Эй, Делириус, ты куда-то уезжаешь? Ты прям все свои вещи собрал? Я поеду к твоей мамаше. Ну ты из ученых, Делириус. Какого хрена? Что это за хрень была? Это прям целый грузовик. Тебе положить еще шоколадок, Делириус? Да, можно еще положить на дорожку. Спасибо, спасибо. Ну ладно, я поехал. Счастливо оставаться, неудачники. Теперь слушай меня внимательно. Хорошо. Ты видишь меня? Не, извини, я не вижу тебя. Посмотри в мои глаза, давай. Посмотри на меня. Я смотрю на тебя. Нет, ты смотришь прямо. Я не могу повернуть голову. Давай остановимся. Мне нужно купить оружие. Да, оружие решает все. Воу, охренеть! Какого черта? Что это было? Охренеть, походу это опасный перекресток. Очень опасный. Мы на месте! Мы на месте! Мы приехали? О, черт! Кто это сделал? Зацените набор одежды у Делириуса. А что такого? Это очень даже модно. Я прекрасен. Дай-ка я посмотрю на себя в зеркало. Именно так выглядел бы енот, который одел сам себя. Эта футболка подходит к твоим глазам. Я знаю. Я так и задумывал. Полиция моды уже выехала за вами, парни. Окей, давайте посмотрим, кто из нас тут самый безвкусный. Нет! Нет! Смотрите, этот чувак не уходит. Он просто стоит в дверях и смотрит на тебя. Ты ублюдок! Он, наверное, остался поугарать над тобой, Делириус. Все правильно, тупые еноты никогда не умели одеваться. О, смотрите, я печеньку нашел. Никогда не ешь случайно найденные в карманах штуки. Что ж, девчонки, мои подписчики хотят немного любви. Так давайте дадим им ее. Так, ты, раздевайся и покажи свои сисечки. А ты, потряси попой. Прямо сейчас. А ты... Ты давай иди дальше, ты какая-то страшненькая.